Спасибо. Гайда, Денчик, как тебе, лысые мужчины? Нормально, лысые мужчины, нормально, если ему это идет. Не, нашему не идет. К лицу. А самое главное, чтобы лыса была там. О, вот борода, это лишнее для мужчины. О, я не знаю, я правильно. Лысых мужчин, короче, тебя забраковали, ты лысым с бородой. Встречиваем, привет, привет. 37, как раз как тебя. А спроси номер, как мне позвонить, как, пусть только даст знать, где она находится. Ебать, она секси. Мама, я задоехала. Да ты шо, цаца. Все, я хочу. Это скуфачка. Скуфи. А танцуем вместе, да, подружка скуфи. Моя уже спит. Ты такой сильный жест. Ты такой сильный жест. Куда плывешь? Здрасте. Куда плывешь, блядь? На встречу ветру. Денчик, здрасте. Как бронежилет называется? Мамон. Шестяной, здорово. Здорово, Валера. Здрасте. Хайпуешь, плесень, да. Работа, здороваться со всеми, да. 10 тысяч, давай тогда группу здоровую, блядь. Твоя работа, здороваться со всеми, да? Ля-ля, бронежилет показывает. Вот, вот, видите. Ля, вот, броник вот, показывает. Вот, дырочки, видите, вот сюда. Это от пулевого сюда, родителя. Копилка, копилка денег сюда складывается. От пулевого родителя, броники, жаз. Я сейчас быстро перну и уйду, как будто ничего не было. Не надо, просто не надо. Не замечайте, не надо, как пожалуйста, будто и не, не было надо. Ничего. Не, нет, пожалуйста. Света, линия, Медовина, пожалуйста, не надо. Я это сделаю. Не я сейчас как сделаю. Не. Я сделаю это. Я тебе сделаю. Мне плевать. Что ты мне сделаешь? Ты никогда не забывай. Бэтмен. Это нет, это тот, кто... Опа, тихо, тихо, мне это от админы написали. Подожди. Чего админы написали? Я на ЦС приду тебе привет. Бля, это челка, штрих-код, конечно, топ. Оригинальс. Алина, Алин, ты слышишь меня? Ты точно не приедешь? Она не приедет, точно. Алин, ты точно не приедешь? Она не приедет, ты слышишь она, меня? У нее месячная. Да он кто-то как будто передать уже что-то. Бату, а тебе как вообще такой мальчик? Ты бы выпил бы с таким пару бокалов пива. Короче, лучше КТ пускай приезжает и все. Уже дом снятый. Он, кстати, в Москва-Сити живет. Да, да, он сосед твой. Очки у него блатные. Ну, его измазал. Блять, это хуево. Он там же в этом, в Цуме взял. Шорты Бёрбери, видишь? Да. И футболка оригинал, то есть оригинальная. Хорошо бы, чтобы Алинка бы не приехала. Да не приедет она, заебал. Она тварина может приехать. Она еще та гадость. У нее радиатор протекает. Пускай пока Алина не слышит. Пускай не слушает. Короче, смотри. Она не слышит. Пока их будем ждать, ты, короче, до меня приедешь. С тобой доебедимся. Чай на машину. ДПСики нас не возьмут. Потому что Аль Капоне с тобой, я знаю. ДПСики нас не возьмут. С тобой куда-нибудь, блядь, поедем, да. Опа. Вы чё, долбоёбы? Это новая мелодия iPhone 15. О, ля, криптокарта. Эти деньги в дело пойдут. Я знаю, я никуда пойду. В дело, сука, на бухло. Вот Алинка приедет. Да не приедет она, долбоёб. КТ приедет. Нет. Мне обязательно надо присунуть. Он на стене пыль защиты висит. Значит, я Аль Капоне буду.
Ему надо присутствовать. Да я посмотрю. Или Таньки, или Алинки. Но это серьезно будет. Да кидайте подарки, блядь. Вы слышите меня? Мне нужно, чтобы штуку вывести, Алинки приписюнить. Дед, иди быстрее проверяй. Жена ща уедет к очкарику. Она уже через забор с вещами лезет. Алина, у меня соси лапу. Да она безбашенная сейчас тебе. Да, ты такое сказал. Валера, стерпишь? Я лично вдвоем привет. Алинка и Танька. Хотя подарки уже все, уже есть. Сказать честно, я ей подарок подарил. Самый просто, внимание, но мне понравился, пи***ц понравился. Пи***ц, он мне вообще понравился. Олег. Ай, блин. Вишенька, приветик. Собаку, да это зайчик. Кролл. А тут медведь. Бабам по 40 или 50 лет там, он да, там твой. Игрушки дарит мягкие. Да. Он так серьезно сказал, что Алинке нужно приписать дед. Я бы ему уже ебало сломал, чтобы он в нос не шипел вот такие вещи. У тебя, говорит, вкус очень охуительный. Откройтесь, да. Алин, да это просто внимание. Вот, видишь? Носик, курносик, вот. Поцелуй. Внимание, он мне честно нравится. Ух, кто угадает, сколько этот подарок стоит? Еще раз. Вот честно. Кто угадает? Сука, как я знал. Да, я так и чувствовал, что сейчас ты так скинет. Это просто знак внимания. Это ничего здесь. Это не подарок, это просто знак внимания. А, да это, блин, это, ну, это ничего. Я, ну, порядка. Подарки, подарки, да, это просто нет, знак просто, внимания. Блин, просто. Это, я дрался там, одного морду бил, блядь. Типа, конечно, скромный я души. Да ничего, блин, еще. Нормально. Там, это не подарок, просто, как, это просто блин, знак внимания. Ну, еще. Типа, а что там, как у тебя дела? Я поехал, я деньги не пропил. Да. У меня 4 подарка. 4. 5-й я разбил. Копилку. Не, больше. Да. Че, уехала? Ну так. Смотришь, я тебе никогда не забываю. Бля, сука, тварь. Не, ну а чё, блин, чел делает приятно, как умеет. Это тоже достойно уважения. Да. Он так умеет. Нет, это Алинки. Как это умеет, Алинки, так и делает. Подарок. Он добрый, мне кажется, очень. Но все равно ему Алинка не даст. Хорошо. Это твой. Чё ты смеешься? Спасибо. Алин, я тебе от души. Вот так поставишь, где-то будешь. Ночь стоять, кончится тем, что он вспоминать, еще лжется. Засунет в кролик Гандан, припесюнит его и уснет. Сейчас. Добрый тип. Кто угадает, сколько да, это стоит подарок? Это Серегин подарок. Серега. Это что там, у них какая-то сходка намечается, что ли? А как Аль Капона зовут? Тяжесть или Денис? За бабу. Нет. Я уже не могу. Бабу хочет пиздец, уже не может. Мужики, честно. Меня же колбасит. Я же запил, блядь. Да я не буду нахуй ничего читать. Я уже начитался. Ну я вижу, ты начитанный. Алин. Так ты точно приедешь? Да не приедет она. Ты точно приедешь? Шестой приедет Серега,
Я не знаю, Алинка приедет, не приедет, Танюха приедет, вот они втроем, КТ приедет, 4 человека. Бато, ты тут, очки? Тут, тут. А ты что делаешь? Общаешься с нецелованной? Нет, я слушаю контент-мейкера. Это очень много у вас общего. Орешки там, ну много всего. Нет, а ты учишься девочек кадрить. Ну, тут вообще тут бесценный опыт. Подарки уже присмотрел, как я буду дарить девочкам. Да? Я уже кролика этого нашел. Я по-быстрому просто, ну просто передану и шептунчика сделаю. И все, я уйду, серьезно. Не буду ни мешать ни вам, ни никому, блин, все. Только попробую. Я по-тихому и все. Муки! Муки! Ой, тварь. Сюда. Ай.